Панорама отеля Хаят. Погода холодная, поэтому пока занимаемся видами. Вот он, наш отельчик. Тропинки шли по этой тропинке вверх, и зашли мы вон туда. За горами еще один отель. Стоят какие-то корабли, скорее всего, это береговая охрана. Потому что за этим берегом, вот там вдали, уже Иордания. Она в дымке. Вот. И вот это уже Иорданский берег. Он в дымке, там, собственно, приближать особо нечего. Какой-то город. Трубы. Это окончание вот этого залива Красного моря. Какой-то кораблик военный. Конечно, здесь же граница проходит между Иорданией. Если вот смотреть вон туда, то это, если сейчас плыть, то можно приплыть в Шарм-эль-Шейх. А это опять наш отель. Уже солнце зашло.